для диктатуры вот такие свободные направления, как, впрочем, и в музыке тоже, и Шостакович, и Прокофьев тоже, так сказать, были одно время под запретом. Поэтому к авангарду было во всех. И в кинематографе, естественно. Закончилось абстрактное кино и стал торжествовать вот этот метод сюрреализма. Конечно, здесь такая природа в Абхазии, и ее понимаешь не только с детства, а чем больше живешь, тем больше и представляешь какое-то богатство. Вот. Это я сразу стал понимать не сразу, потому что мне пришлось быть и в Америке, и в Южной Африке, и в других странах, но я нигде не видел такой красоты, какая в окрестностях Сухума. И даже вот вопрос, когда касается Олимпийских игр, то мне приходилось бывать на Красной Поляне, но вот Псху, например, место, это намного красивее и намного перспективнее, чем Красная Поляна. То есть такие уголки просто, где, мне кажется, не может быть ни поэт, ни художник к этому равнодушен. Поэтому я бы так в общих чертах бы ответил на ваш вопрос, вот он правомерен, но на меня влияло все здесь. Здесь очень интересная архитектура модерна, вот какой мало, я бы сказал, по своему значению и в других европейских городах. И, пожалуй, нет, наверное, ни одного такого города на побережье Средиземного моря и Черного моря, где бы так была бы сконцентрирована архитектура модерна. Это вот я имею в виду здание горсовета, потом где была аптека и гостиница Рица, и вот это вот архитектура. И касаясь вот Гагр, тоже вот эта вот старая архитектура, которая очень влияет. И вот мне, конечно, жаль, что не существует в наше время таких изданий, то есть по этой архитектуре. То есть гораздо бедные города, бедные страны, они, так сказать, за это цепляются. Потом интересно, есть архитектура конструктивизма. Это вот картинная галерея, потом банк, тоже по-своему уникальные. То есть во многих городах России такой архитектуры нет. А если в Москве есть несколько таких зданий, то они буквально наперечет. В Берлине вообще не осталось такой архитектуры. Вот. А в Сухуми есть вот такие два здания, которых я знаю. Может быть, специалисты скажут, что их гораздо больше. Вот. Ну, а Сухум для меня был связан очень с именем художницы Варвары Бубновой. Она жила недалеко от, сейчас это называется улица Воронова, и она жила недалеко от моего дома, я, значит, у нее учился. И я учился у нее на протяжении 12 лет. Я учился вместе с братом Юрия Воронова. Но Юрий Воронов известен, он как археолог, политический деятель. А это его родной младший брат, он был художник. Вот, он умер под Москвой в 2003 году. Но вот он был одним из моих вот этих сподвижников, очень таким интересным человеком, очень интересным художником, вот, который в своих работах, он работал в такой очень авангардной манере, и у него очень сохранилось его наследие. И там очень много именно вот природа окрестностей Сухума, Цибельды, вот этих вот районов, поэтому вот он был один из таких моих людей, который оказал на меня вот некоторое влияние, помимо учителя, конечно. Сухум, конечно, это очень уникальное явление. И здесь дело в том, что здесь была сосредоточена очень большая интеллигенция. Очень интеллигенция, которая очень многие люди спасались из России от репрессий. Как, в частности, мои родители приехали сюда еще в 30-х годах. Вот. Потом приехали очень много других людей сюда. Здесь как бы был цвет такой российской интеллигенции, которая была в таком очень кругу, с которыми все были знакомы и дружны. Но также были, так сказать, естественно, и абхазские интеллигенты. Вот я помню такой Лео
Алексеевич был шервашидзе такой, археолог-искусствовед, который преподавал у нас, когда я учился в пединституте. Пачуля Авианор Панчевич, тоже совершенно незаурядная личность, был такой, так сказать, широкого размаха человек, который сделал институт туризма, и просто мне, так сказать, не счесть людей, которых здесь было, я имею в виду, так сказать, из местного населения, а не приезжих. Отец, он, так сказать, был художником, и он вот работал вместе с авангардистами, он у них учился, у Казимира Малевича, у Филонова, да. В Америке опубликовали биографию моего отца, которая связана с Сухумом, и связана она с Петербургом, вот. Поэтому там есть вот эти вот участия в выставках, вот эти как бы художественные методы. Вот. Но я хочу сказать, что у всех этих людей была очень тяжелая судьба. Вот. Это были и репрессии, и невозможность была устраивать выставки, то есть и иметь учеников. Это было, в общем, непросто. Их лишали преподавания. Вот, в Петербургской академии. Вначале как бы они отнеслись, Ленин, Троцкий, так сказать, Луначарский, к этому искусству положительно. Вот. И первые несколько лет оно, значит, просуществовало, и вот потом как раз вот эти два здания, они были в Сухуме и построены, конструктивистские. А потом уже, так сказать, поняли, что это искусство неуправляемое, что оно слишком свободное, что оно, так сказать, демократичное. А тоталитарный режим, он, конечно, приветствовал всегда именно вот такую фотографичность. И поэтому управляемость. Вот. Поэтому уже, так сказать, не захотели такого разброда, самостоятельности, индивидуальности. То есть люди должны были все рисовать как фотография под одну гребенку, чтобы все были похожи. Поэтому вот для диктатуры вот такие свободные направления, как, впрочем, и в музыке тоже, и Шостакович, и Прокофьев тоже, так сказать, были одно время под запретом. Поэтому к авангарду было во всех. И в кинематографе, естественно, закончилось абстрактное кино и стал торжествовать вот этот метод соцреализма. А в Сухуме это было спокойнее. То есть спокойнее здесь. Но здесь было, правда, другое. Здесь занимались переселением народов. То есть в 24 часа 70 тысяч греков, потом турков-месхетинцев, потом лазов. Вот. А такие, так сказать, выборочные репрессии здесь, по моим понятиям, были меньше, чем в России. Как-то, может быть, народ был более дружен, и как-то, так сказать, можно было этого избежать. Поэтому очень много людей приехало сюда. Все-таки процесс естественный, потому что появились импрессионисты, которые отошли от академии, потом постимпрессионисты, потом, значит, авангард русский, но кубизм. Но интересный такой момент, который я недавно узнал, вот эти художники-авангардисты, они себя авангардистами не называли. То есть не было такого понятия. Это в 1962 году только одна американка ввела вот этот термин для обозначения искусства начала века – авангард. То есть вот такая вот, это уже, как говорится, позднее понятие. Это для меня тоже такое было неожиданно узнать. И Кандинский, и Малевич, они работали реалистически. Наверное, реалистически не работал только с самого начала, это вот Гивисмер. Мой товарищ, он сразу как начал, так сказать, в такой экспрессивной манере, а все, так сказать, видимо, и я в том числе, проходили вот эту вот реалистику, пускай плохо, но, так сказать, вот такой вот приближенный. Я помню, когда я ходил по Каштагскому лесу, рисовал, вот, то мне хотелось сделать вот похоже, чтобы было. Может быть, это не получалось, но мне хотелось сделать похоже. Потом я уже пришел к другому.
многие художники, ну, за исключением, может быть, Ренуара, Родена, Клода Моне, остальные жили в основном многие очень бедно. Эти тоже сравнительно небогато жили. Вот. Может быть, это, так сказать, заслуженно, но бывают случаи, когда и ныне живущие художники, вот, в силу каких-то определенных обстоятельств, коммерческих ходов, они, так сказать, тоже стоят и шестизначные цифры, и все. Но это уже, как говорится, вопрос не искусства, а художественной политики. Вот. И, в принципе, это было во все времена, потому что я не хочу ругать, так сказать, наше время и наших бизнесменов в области искусства, потому что наряду с Ван Гогом и другими художниками были салонные художники, о которых сейчас ничего не известно, мало что, вернее, известно, но они стоили тогда в сотни раз больше, чем художники, которые теперь стоят больше. Бывает так, что, вот, допустим, директор музея, он занимается, это, как правило, исследователь, у него там кандидатская, докторская диссертация по какому-нибудь художнику. И, естественно, он его в своем музее вешает больше, чем других, потому что это его родное, это его тема. Потом зав. Отделом, который занимается графикой, она тоже вешает графику тех своих любимых художников. Потом, так сказать, другой научный работник, у него тоже диссертация, поэтому, так сказать, некоторые художники могут остаться в тени, а некоторые вот по таким причинам. Но, возможно, так сказать, через какое-то время до этих дойдет очередь, и там будет вот такое. То есть тут можно это объяснить сейчас такими субъективными причинами. То есть я бы не сказал, что это делается там специально. Вот все-таки музей хочет показать всегда в стенах лучшее, что у него есть. Но вот это связано с какой-то такой определенной направленностью музея. Вы знаете, что я бы сказал, что между художником и директором музея очень большое расстояние. Вот. Очень большое расстояние. Хотя я знаком с главными директорами музеев. Это вот сейчас... Вот это Ирина Александровна Антонова, директор музея изобразительных искусств. Но она специфически занимается зарубежным искусством. Хотя в этом музее есть вопрос, который занимается искусством бывшего Советского Союза, вот, но она занимается вот именно зарубежным. Поэтому у нее в основном интерес лежит туда. Вот. И в Третьяковской галерее сейчас тоже новый директор. Вот, ну, так сказать, посмотрим, как она будет, потому что предыдущий директор, он был такой неплохой человек, но он был партийный функционер, работал из ЦК, очень был такой, так сказать, мягкий, вот, и, так сказать, русский музей, тоже там хороший такой, очень искусствовед Гусев, директор музея, и русский музей стал в Петербурге известен на весь мир, потому что они стали организовывать огромные выставки в музее Гугенхейм и в других музеях, то есть вот такая вот за последние годы проводится большая работа. Я бы, конечно, сказал то, что, вот, допустим, мое отношение, это, конечно, русский музей в Санкт-Петербурге. Во-первых, потому что он крупнее, чем Третьяковская галерея. И как-то я бы все-таки сказал, что петербургцы, наверное, народ все-таки какой-то особенный. Ой, здесь Сухуми можно где угодно проводить. Можно проводить и на пляже, можно проводить и на Сухумской горе, можно проводить в... Афонской пещере, это вообще будет, так сказать, нечто такого, чего не было. Вот. И мне кажется, что здесь как раз для этого очень есть большие возможности. Для инсталляции, для перформанса, для этих вот таких вот большого привлечения художников, зрителей, что это здесь, это, конечно, здесь было бы очень актуально. Я думаю, сам Сухум тоже можно назвать большим перформансом во время. Да. Да, да, безусловно, конечно, я с вами согласен. Вы знаете, что для меня, конечно, здесь, в Сухуми, самое интересное время – это когда здесь все оранжевое и желтое. То есть вот эта осень, чистое небо, голубое море,
Вот эта вот прозрачность и такого желтого, оранжевого цвета, я переходящий в красный, я нигде никогда не видел и вряд ли увижу, поэтому, так сказать, я считаю, что вот для меня вот ассоциируется с оранжевым, переходящим в красный цвет вот это вот